Всем привет! Решил сегодня записать, точнее попытаться записать, Cold Python. Не знаю, что из этого получится. Раз на раз не приходится, когда получается отвешивать налево-направо хд. А когда с 11 пуль в тело убить не можешь. Но мы попробуем. Так, головные уборы. Маска закончилась. Из пирог стоит скорость передвижения. Дальность броска и ловкость. Звук немножко убавим. Ну, погнали, посмотрим, что получится. А уж исходя из того, как... Ой! Я чё-то по привычке с К2 начал стрелять. Лагает. Может, не повезет где-нибудь найти бой на пистолетах. Убийца мастера. Вот главное, пока он не стрелял, сейчас бегал туда-сюда, он не лагает. Во время стрельбы начинает лагать. Thank you.
у своей же. Я думал, она подальше залетела. Ай-яй-яй. Победила синяя команда. Но было лучше, чем могло бы быть.
Но пока что на подрыв я пойти не решусь. Так, еще надо проверять, есть ли пистолеты перед началом. На библиотеке было немного проще. Thank you.
голову. Что у нас по итогам получилось? Команда. 17 к 10. 11 хедов. Первый бой за сегодня, так что статистику мы увидим в конце. Нужно еще какое-то мясо, нужно больше разминки. Бегла. Тут без разницы за какую. Но синие будут рашить, и это удобней. Ой, снова этот лагерь здесь. Ну еще бы ему здесь не быть, это, кажется, та же самая комната. Оу.
закидали. Победила синяя команда. Ну чё, попытаться ради интереса на подрыв зайти. Люксвиль, но только за атаку. За синих точно не потяну. Так, еще смотря какой счет. Один-один. В принципе, пойдет. Новый ДВ пошел. Где-то он через Б. Бомба взорвана. Он как раз к девятке подбегал. Миссия успешна. Начало миссии. Так. Ну, что же у меня тут с моим питоном делать? Тут более чем ожидаемо. Если с питона не попал, значит уже, ну в смысле сразу по голове, значит уже мало шансов. Бомба была установлена. Вот и он его слышит. Ты же его слышишь. Миссия успешна. Начало миссии. Шляпа спасла. Начало миссии. Нет, чё он там уже пробежался? И за ним там хвост увязался. А я успел кинуть? Походу нет. Чё там на девятке происходит?
не успел переключиться. Они сейчас под еще и затащат. Бомба была установлена. Ну, он, может, АФК или что? О, ну как? Миссия успешна. Начало миссии. У меня уже патроны улетели. Попадание в голову. А это откуда? Блин, я на него обе гранаты потратил, а его уперли у меня из-под носа. Когда с девятки он бежал, сколько я раз пять в него промахнулся. Надо было попадать мимо. Да блин.
На подрыве не получается. Дейл глянуть, что там. Ух ты, а. А их там больше, чем мне бы хотелось. Попадание в голову. Спасибо. Снайпер успел. Бомба была установлена. На НК уже. А, с нашей респы. Снайпер с ножом. Двойное убийство. А я надеялся, что в плюс выйду. Ну, хотя бы в ноль. Счет был мой 9-9. Победила красная команда. Ну ладно. Получилось, как получилось. Могло быть и хуже. Все-таки это пистолет. Чего настреляли? 59 УС, 25 хедшотов, примерно 33%. Пойдет, что сказать. На этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.